Доброе утро, друзья! Сегодня 6 марта 2021 год, Днепр, Шевченковский район. Снега, погода на сегодня и погода сегодня. Снега у нас выпало сантиметров 5, даже больше. Вот я смотрю, сейчас сантиметров 8 где-то. Небо затянуло, и снег идет и идет. Очень много снега, пришлось брать даже лопату. Шестое марта. Снег идет и идет. И ветер такой средний. Погода 6 марта. 20-21. Температура 0 градусов. Зима уходить не хочет от нас. Дороги будут скользкие.